Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, четвертый день, забираю 35 рун. Мало, но тем не менее, в копилочку они пойдут. Так, ну что мне принес Беззубик, давай посмотрим. 8 миллионов рыбы. Не годится. Не годится. Так, мне нужно что? А, понял. Понял, то есть... То есть две попытки мы всего лишь, да? Хорошо, хорошо, мы это сделаем. 225 миллионов древесины, но у меня и так дерева много. Лучше бы вы мне дали рыбу. Так, слушай, водорез у меня прокачался, да? Ать, я дальше не могу его поднять по уровню. Так, сразу отправляю этого... Ой, вернись, парень, я все прощу. Вернись. Зачем я так сделал? Так, ну этот рыбный проглот. Это у нас тоже рыбный проглот. Давай смотреть. Так, ну здесь, наверное, тусклый янтарь, да, ребят? Очевидно, что нам сейчас выпадет именно тусклый янтарь. Я не знаю, сегодня, по-моему, событий нету, друзья. Поэтому будем набивать паки. С паками мы уже давно не имели дела. Ну и как бы пора бы уже, пора. Так, интересно, что здесь выпадет? Я вот почему-то думаю между яйцом и рунами. Да, все-таки руны. Все-таки, ребята, руны мне дали. Хорошо. Отправляю в приключение за 8 рун. То есть, ну, грубо говоря, он окупил просто свой полет. А здесь я тебе даже скажу, что выпадет, скорее всего, либо руны, либо блестящий янтарь. Тем более одна штука. Конечно, ему выгоднее мне такую награду отдать ни о чем, как говорится. Ну и Громгильда. Яйцо. Понятно, это яйцо дешевое, поэтому он предпочел именно его мне выдать. Хорошо, здесь мы вроде бы разобрались. Так, идти пока за древесиной. Я сейчас, ребят, всех, как говорится, подправляю на выполнение заданий. Так, 27. Гнилец, у тебя... Блин, 124 миллиона требуешь. Добывает он, в принципе, неплохо. Ага, креветик. Креветик прокачался. Так, сразу же этого отправляй тоже. С рыбой. У нас пока, ребят, проблемы с рыбой. Блин, было бы круто, конечно, его прокачать. Но я просто представляю, сколько он потребует у меня... железо для его же прокачки. Я думаю, там несложно это догадаться, что очень много потребуется. Так, давай дальше глянем. Так, тыкваброн, ты будешь у меня в конце концов переходить, а? Или нет? Нет, конечно. Нет. Об этом можно пока даже не мечтать. 120 миллионов дал, да? Так, ну что, давай посмотрим. 60. Нормально уже, 65 миллионов рыбы он приносит. Ну как он дорог именно, ребята, в прокачке. Этот мне пока ничего не может дать, потому что он древесиной весь завален. Ну а здесь, ну естественно. И именно выпадет либо это яйцо, либо вот это вот. Увидишь сейчас. Ну естественно, яйцо водореза, нет? А это у нас, я не помню кто, ребят. Приливный планер это у нас. Ну, друзья мои, приливной планер у нас был. Мы даже ни одного, по-моему, с вами в обменном пункте, так сказать, обменивали. Так, давай здесь заберем. Мне кто-то сказал, что я могу какого-то легендарного дракона за... Да подожди ты, я не хочу на него уставиться. Фиолетового кого? Чего фиолетового? Вот этого, что ли? Фиолетовую смерть? Так, друзья мои, а тут в любом случае нужно викингов 6800. Так что, как ни крути, у меня пока не получится этого сделать. 5000. Как тебе? Вот 5000 железа. Мне нужно вот таких вот 3 домика улучшить, по-моему. 3 или 2, я
точно сейчас не скажу. И только после этого у меня у нас что-то да получится. Вот этот вот уровень, ребята, что ему повышен, вообще нам ничего не дает, понимаешь? Я втюхиваю сюда очень много ресурсов и ничего... Сколько? Да вы издеваетесь, блин. Вы просто издеваетесь. 3500, чтобы поднять уровень. Ребята. Ну это борзость. Это прям вообще борзотень. 3500 древесины, блин. Ой, руды железной надо. Что у них за эти-то, за расценки-то? Ну ё-моё, я не перестаю, ребята, этому удивляться. Ну это жесть. Это просто, ребята, жесть какая-то. Курочка ряба. Иди, курочка. Прокачивайся. Так, здесь заберем. Так, отправим. Здесь у нас все уже собрато. Ничего у нас нету. Не могу я ему поднять уровень. Так, ну давай. Тебя тоже отправим до кучи. Так, здесь вроде бы все. Здесь, друзья, вроде бы все. Заберем блестящий наш инвентарь. Я, кстати, посмотрю, можем ли мы. Да, у нас есть еще на один. И заберу наш бесплатный загадочный пак. Так, чудовище, громобой, громль. Ну, это понятное дело, что ресурсы. Дальше что? Жатвенные сладости ждут вас. Древесину заберу тогда тоже. И заберем ежедневки. Так, одна награда в плюс. Стоп. А где награда-то? Вот она. А там почему-то она не была отмечена. Странно. Костолом, громоль, кревет. Да. Вот такая вот, ребят, награда. Так, по обмену мне ничего не надо. А что вот ты мне показываешь? Что ты мне показываешь книгу? Жутко свет. Спасен один. Шрама нету. Рассветный укус тоже нету. И грюма. Грюма такого нет тоже у меня. Мрачный зуб. Ну, эти все пацаны есть. Так, еще награду, да? Так, это у нас 500 конфет. Сколько у нас вообще конфет? 1600 сейчас будет, да? 1615. 1615 конфет. У нас вообще какой там суперприз-то идет? Так. Волелюб. 8800. Жутишут. 7900. Огниво. 6500. Злюка. 6... Да, тут, конечно, морской миф. Василиск, масковая сладковая смерть, громыхающий душитель, кревет, сонный ворчун. Как по мне, тут, по-моему, ребят, ценники такие завышенные. Креветолом. Тыкверату. Откуда они вообще таких берут? Таких не было таких, ребят, в мультиках и в сериалах, в сезоне. Откуда сами придумают, что ли, на ходу? Я не понимаю этого. Так, да, спасибо, конечно, за такие. Могли бы дать какой-нибудь бесплатный подарок, ведь согласись. Нет же, никаких бесплатных подарков тебе не будет. Ну что, друзья мои, как вы видите, событий никаких нет у нас. Новый сезон на это. Поэтому я предлагаю, как и говорил, начать набивать паки. Ну, наверное, два пака вождя я думаю, что будет достаточно на сегодня. Больше нам все равно не сделать, не накопить. Так, ну что, 19, 18 и 17 уровень.
Ну, давай так начнем, фиг с ним. Начнем с разборки. Смотри, какой я, выйду им в легкую. Так, это у нас сарделечка со своей двойной атакой. Вот это мне что-то не нравится, как-то он лихо бомбит. Вау. А, он ускоряет. Он, друзья мои, ускорил команду. Ты запарил уже, эй. Ну-ка. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Я не знаю, что там от них ожидать. Так, слюнявый. Мы добиваем. Вплавь. Я думал, Какой ты кривоклык, а? Слушай, ну если он так будет дурака валять, то это даже мне на руку, ребят. Все. Больше он нам... Больше нам мешать не будет. Ну что, сарделька? Сарделька, да, будет тут своим хвостом бомбить. Но с пониженной... Блин, достал, а? Потому что, ребята, у него скорость поставлена. Все, она закончилась, и он отдупляется. Так, ребятушки, второй поединок. Громобой мощный. Так, этот меня как бы не особо пугает. Начну с громобоя, наверное, все-таки. Нельзя ему давать массовую атаку делать. Просто нельзя. Но он красный, тяжело разбирается. Так, этот сделает ход. Этот жестит. Жестит, друзья мои. Так, громобой, отвали. Давай, добьем. Да чтоб тебе. Ну тогда вот так вот. Ну и остается у нас здесь барсик. Ну, барсика мы сейчас запинаем. Я просто вот думаю, кого мне лучше. Мне, наверное, вот этого проще сейчас уничтожить, а уже, как говорится, на дорожку, на сладенькое оставить вот этого вот вражеского барсика. И мы его, наверное, довольно хорошо сейчас разберем. Мы почти захилялись полностью. Совсем немножко оставили хп ему зачем-то. В общем, крышка ему. Ну, вот у нас и третий поединок. Здесь... Слушай, ну вот эти вот два бегуна, конечно... Да и этот тоже, ребята, если он свой ультразвук этот сделает. Что там он, по-моему, замешательство нам вешает, да? Я вот не помню. А или блокировка скиллов. В общем, уже нас это не интересует. Вот, два бегуна. То есть, что этот наносит существенный урон, когда прокачивается. Во-во-во-во-во. Один из них уже побежал. И прям в барсика звезданул. Ну, он добьет. Конечно же, он добьет, ребята, его. Он вот такой шанс, чтобы прям упустить, не добить, себе не позволит. Сделаем тогда вот так вот. Сейчас на следующем ходу, ребята, я ему понижаю броню. Ну, он побежит. Я не знаю, правда, кого он сейчас будет бомбить. Угу, вот так вот. Оглушенный, пропускает, естественно, он у меня ход. Но хильнуться-то решил. Ты решил хильнуться, парень, да? Давай-ка вот так все-таки сделаю. Ну что, сейчас просто удар будет, и на следующем ходу кривоклык его уничтожает. Так, друзья, мы зарабатываем с вами первый пак вождя, но самое интересное, что нам выпало два редких пака. За один бой, ну это действительно редкость. Так, открываем пак, костолом, кревет, ну понятно, шепот смерти, и ищейка. Все, ищейка нам выпал, здесь заберем награду. Подожди, а у нас по древесине мы точно никого больше не можем куда-то там отправить именно за... Вот. Вот, пускай, ребята, летит. Заодно избавимся от дерева, да? Все равно дерево у нас, ребята, в плюс идет. К тому же мы, по-моему, у фейерверка так и не забрали. Да, вот и отправляем его. Как говорится, раз... Подожди, а ты-то что сидишь там? Я что-то не понял. Пацанчик, хорош, завязывай давай. Я его отправил за 10 железа в новое, ребята, приключение. Вот здесь, например, можно обучить. Не нужен, конечно, но пускай. Пускай летит. Огнепек. Громорог отпрыск. Тоже пускай будет.
Так, потихонечку, ребята. Ну, куда-то ресурсики просто сплавляем, и все. Так, а это 1995. Ёпарасоте. Конечно, да. Сладкоед. Ну, лучше бы сладкоеда, наверное, отправил бы. Лучше бы, наверное, все-таки отправил сладкоеда. Ладно, фикс, давай один уровень здесь. Не уровень, а немножко шкалу заполним. Так, ну что, мы продолжаем, ребята, схватки. Нам нужен еще с вами один пак вождя. Откроем, посмотрим, что нам там достанется. О, какая команда сладкая, ребята. В первую очередь, естественно, попробуем вот этого вольнуть. Потому что, ну, сардельку слишком долго пинать, лаварыга тоже долго пинать. Начнем вот с этого, с хитреца. Ну что? Ну понятно, конечно же, он будет делать, ребята. А этот сейчас... Я немножко удивлен. Я думал, что он пойдет сейчас бомбить. Так, наверное, сделаем. У кого пониженная броня? Ну нет. Но в то же время мне не нравится, что они сейчас хотят сделать. Они же вдвоем будут ходить? Нет, не вдвоем. Значит, мы успеем хильнуться, да? Офигею просто. Да, мы должны успеть хильнуться чуть-чуть. Этот переключился сюда. Так, я дальше, друзья мои, пытаюсь. Ну, в принципе, хана, наверное, ей, да? А если так, попробуем. Есть. Заодно и хильнулись. Ну и остается лаварык. Даже попасть не смог. Это его, ребят, проблемы. Это его проблемы. Давай понижаем ему броню. И дальше, я думаю, кривоклык. Ах ты. Жук хильнулся. Тогда добиваем. Вот так. Ну что, очередной поединочек у нас. И опять, ребят, опять же тут. Ну, вот это будет похуже. Фаербольщик, понятное дело. Зашибись, они втроем сейчас ходят. Ну, пониженная броня. Мне кажется, мы здесь даже сфейлимся, ребят. Именно вот тут мы, скорее всего, сфейлимся. Во-первых, сейчас они уничтожат мне барсика. Кто из них только? Ну, наверное, этот паршивец. Дальше что? Дальше мы кусаем сюда. И через хил уничтожаем вот этого вот крайнего. А вот теперь будет интересно. Фаербол. Чертов фаербольщик, а. Да, я тут сфейлюсь, друзья мои. Прикинь, удвоение энергии. И именно удвоение энергии ставится в его ход, а не в мой, блин. Все, он сейчас меня пробьет, друзья. Обидно, конечно, обидно. Так, я надеюсь, что здесь мы сможем победить. Сделаем так. Укус. Ну ладно, раз мы взяли уже добивать, как говорится, злобного змеевика, будем тогда его долбить. Он сейчас в ответку что-то сделает. Сюда, наверное... Нет, не сюда. Хорошо, мы хильнемся. Теперь вот надо нам алую плеть, ребята, уничтожать. Сейчас мы посмотрим, если... Чёрта с два, у него ульта, ребята, фуловая. А, он хиляет? Я, честно говоря, думал, что он не хилять будет, а что-нибудь другое, посущественнее. Ну ладно, фиг с ним. Да, промахнулся. Тогда сделаем вот так вот. У нас-то, слава богу, ребята, никаких промахов нет. У нас тотем куплен, который дает антипромашки, и все окей у нас. Ну что, друзья мои, вот и второй пак вождя. Громель, Костолом, Ужасное Чудовище, Лаварык, Громель, Защитник и Кривет Дагура. Вот так вот. Что у нас тут? Слушай, мы же с тобой опять, ребята, забыли прокачать нашего Кривоклыка. Ему нужен 90 уровень, блин. Я же все время забываю, чтобы его прокачать на 19 левел. Я об этом постоянно, ребят, забываю. Так, а тебя можно? Ему нужен 24 уровень, а здесь... Тоже 24 уровень.
Так, он у меня... А, он у меня уже тренируется, да? 24 уровень. Блин, ну это дофига надо ему. Выжидать. Дофигище, друзья мои. Ну что, вроде бы на сегодня все. Паки забиты, задания выполнены. Да, и мы будем закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.